День семьи, любви и верности сегодня отпраздновали в столичном центре матери и ребенка. Для некоторых мам сегодня этот праздник совпал с днем выписки. Такого в столичном роддоме не видели давно, танцуют все. И сотрудники, и гости, пританцовывают даже новоиспеченные мамы. Концерт ко дню семьи, любви и верности для мамы сотрудников центра матери и ребенка устроила партия обновления. Некоторые мамы сегодня празднуют еще и день выписки. Накануне главного семейного праздника в столичном роддоме появились на свет 7 малышей, 3 девчонок, 4 мальчишек. Представители обновления поздравили мамы и малышей цветами, воздушными шарами и теплыми пожеланиями. Ну и какой же праздник без угощения? В подарок всем самый летний десерт – мороженое.